Тебе не дозваться. Новая запись? Стар-лорд. Кто этот глазастый страшила? У него нет имени. Он из звездных наездников. И он не страшила. Он крут. У него, небось, забот полон рот. Вообще отпад. Не говорят уже отпад, мам. Мам! Что? Никто уже не говорит отпад. О, что ж, мама говорит. Может, купим билеты и махнем на их концерт? Правда? Угу. Ты просто не в курсе, но я была та еще рокерша. Мы с твоим папой лежали на капоте «Шевроле», слушали «Блэк Саббат» и... Ты слушала «Блэк Саббат»? Не ожидал? Мама у тебя не лапоть. Ох, мы смотрели на звезды, и он рассказывал места, где бывал. Мам? Идем есть торт. Да, уже встаю. Сказал он полчаса назад. Давай скорее, или я этот торт сама съем. Ты же лопнешь. Я съем. Ты лопнешь. Я съем его. Эй, прическа испортишь. А, Питер! Просил уже не разбрасывай свои игрушки. Это не игрушка, это персонаж. Больше смахивает на мину. В пятку пырну тебя. Да он вообще не... А, забудь. 13 лет. Ну и ну. Как время летит. Я сейчас приду, обещаю. Я жду. Скорей бы в нее поиграть. Надо уболтать Энди купить ее, когда ему заплатят за подработку. Питер Квилл. Питер Квилл, вставай, вставай. О, мять, Дракс. Не делай так больше, а то... стрёмно. Подлетаем к карантинной зоне. И сколько я проспал? 15 338 тактов. Ого, какая точность. Изменница готовится к заданию, желает видеть тебя в кабине. Гамора за нас, Дракс. Она отпрыск моего врага, убийца и предатель. Ей нет веры. А должна быть. Мы все-таки команда. Обещать не могу. Нет, это не просто свалка. Карантинная зона. Самая большая куча обломков времен Галактической войны. А, вот и Квилл. Скажи Груту, что его никто не арестует. Я не Грут. Я не слишком самоуверен. Я просто уверен в себе. Арестует? За что? Мы же просто... случайно попали в карантинную зону. Упс, навигатор глюканул. Упс. Как можно случайно миновать силовое поле? Да мало ли. Как это круто, ракета.
Это топотуны, они издают такой звук. Если мы преодолеем силовое поле и доберемся до места, останется их лишь расставить. Эти крошки выманят нашего монстра. Ну и как это работает? Топотун такой бип-бип-бип-бип, и монстр прибегает? Ну, скорее он такой. И тогда монстр прибегает как миленький. Гарантируешь? Ну, если только твой источник не наврал. Источник очень надежный. Эти координаты приведут нас к одному редкому, скрытному, бесценному созданию. Которое вообще неизвестно, как выглядит. Ну так я и говорю, скрытное. Какая разница, как оно выглядит? Главное, чтобы у него были уши, и тогда топотуны загонят его прямо нам в лапы. Гамора? Я здесь, Питер. Эй, это мое кресло. О, оно пустовало. Я же строил планы. Нам ведь еще нужно как-то поймать этого монстра. Ну-ну. Что я пропустил? Драк скоро просверлит меня взглядом насквозь. И если ты закончил строить планы, садись, мы готовы, ждем тебя. Пройдем силовое поле. Пути назад не будет. Эти твои коды точно обеспечат нам доступ? Да. Введешь их на консоли. Ну что, вперед! Ракета Гроу Дракс, по местам! Мы заходим! Вообще-то до следующего окна еще несколько тактов. Следующего? Охранная сеть сбрасывается на каждом обороте. Нужно успеть, пока действует код, иначе там и останемся. И если дождаться сброса, у нас будет больше времени. Класс! Почему сеть еще активная? Мы же вроде заходим. Похоже, сообщники-изменницы такие же ненадежные, как и она сама. А только не говорите мне, что коды уже не действуют. На них столько бабла ушло! Да расслабься. До следующего окна еще несколько тактов. Сеть как раз сбросилась. Можешь вводить код, Питер. 0-4-5-1. И все? Четыре цифры? Подозрительно. Для корпуса НОВА эти меры слишком ненадежны. Все не так просто. Код действителен только в эту дату для этого корабля. А, я понял. Эти коды — что-то вроде ключа шифрования, который интегрирует темпоральные координаты и серийный номер... Есть! Прошли! Невероятно. Даже не думал, что тут осталось столько всего после войны. В армии Читаури умеренность была не в почете, особенно при Таносе. Я думаю, опасаться нечего. У Нова было 12 лет, чтобы убрать все неразорвавшиеся снаряды. Этим ты мне и нравишься, Квилл. Сама наивность. О, сколько всего прекрасного и ужасного можно натворить с такой техникой. Не отвлекайся, Грызу. Мы здесь не за трофеями. А почему нет? Оружейным системам Милана нужен апгрейд. Плюс это можно продать. Зверь, которого мы ищем, куда более ценная добыча, нежели любые незаконно добытые агрегаты. Здесь нельзя расслабляться. Монстра не вижу, но тот большой цилиндр, видно, и есть буровой корабль, про который говорила подруга Питера. Подруга? Да, на одну ночь. А монстр сам явится, как только мы установим эти выманивающие штуковины. А то ж. Грут, Квилл, собирайтесь. Отряд ракеты пойдет первым.
Я так и не понял, зачем остаюсь на борту с убийцей. А, потому что ты из отряда зеленых. Ты разбил нас на команды, не сказав названий, и я не зеленый. Бирюзон. Ты... что? Слушай, чтобы заманить монстра в буровую установку, нужно расставить топотуны с двух сторон. Нужно два отряда. А до установки 2 километра. Корабль там не посадишь, придется прыгать. Начинаем! Идем, Грут! Не волнуйся! Расставим топотуны, встретимся в центре и загоним монстра! Вместе! Будь по-твоему! Позаботься о нем. Это корабль, Питер, а не ребенок. И слава богу. Я есть Грут. Что, розовая штука? На нас мала, чтобы все это добро не разлетелось по округе. Ой, так, ты пошел окольным путем? Просто не хочу ничего пропустить. Я есть Грут. Да ведь и идиоту понятно, что это опасно. Я есть Грут. Не, не отравишься. А теперь давай переключим внимание с токсичной смолы на то добро, что в ней увязло. Ну не супер же токсичная. Просто на вкус, не надо пробовать. Сколько этих кораблей ты лично погубила, убийца? Помню, мощь у этих ракет была зверская. Остались ли исправные? Визор вообще-то у тебя. Интересно, что внутри у этих крошек? Я есть Грут. Да, да, я всегда осторожен. Тот большой цилиндр. Это наша цель? Да, буровая установка. Так странно видеть все это в одной куче. Осколки войны галактических масштабов, скрепленные розовой хренью. Эбриевой, наносмолой. Да неважно. Я к тому, что впечатляет. Ха! Вы только представьте, из каких бластеров Читаури долбили по этим фрегатам. О! Гляньте, желто-синий, старый фрегат Нова. Круто! Что круто? Тут же погибли люди. Начинается. Зачем ты тогда нас сюда привел? Я есть Грут. Я могу назвать с десяток планет, где есть монстры, но мы здесь. Может, хочет впечатлить Гамору? Мы на мели, ракета. Нужно сорвать куш. Сколько можно жрать корень Яро? Да он рыхлый. Это запретная зона. Таких монстров, как здесь, точно нигде нет. Леди Хеллбендер высоко ценит редкость. Вот именно. Рассуди нас, грызун. Из чего состоит эта розовая субстанция? Ты про пену из эбриевой наносмолы? У вещества слишком длинное название. Она едкая? Пока снаружи нет. Важно, чтобы в слизистую не попал. Я в порядке. Ха! Ты чуть не пополнил список военных потерь. Не смешно. Как сбагрим монстра, предлагаю сгореть на забвение. Там картишки. Ты? Да ты даже не знаешь, что такое блеф. И Дракс тоже. Так что его доля, считай, моя. Я есть Грут. Гамора? А, вот с ней надо быть поосторожнее. А мне нравится. Прикольно. Есть Грут. Мы вместе, втроем, прям как в самом начале, пока не пришли эти... Я есть Грут. Не всех я ненавижу. Квилла вот терплю. Квилл, ничего. Надеешься на повышение, что ли? Мы втроем здорово куролесили. Помнишь тогда на драконии?
Местным не понравилось, что мы затащили их на корабль. Они меняли внешность. Это жестко. По-моему, там тупик. Точно? А, ну вот, нам сюда. Пошли. Откуда ты знаешь? Просто доверься мне, ладно? Эй, Грут, нет ли тут кусочков трионного осколка? Есть, Грут? Трионный осколок. Пирамиды из чистого зла, развращающие всех, кого коснется. Я есть, Грут. Как ты догадался, что там тупик? В отличие от тебя, я хорошо ориентируюсь в пространстве. Порядок, порядок. Но смотрите под ноги, эти штуки не очень прочные. Вот уж гриб так гриб. Я есть груз. Грибки, бактерии, плесень, космогрязь. Получай ты, блядь! Ай, ненавижу корабельных паразитов. Дай им два цикла, и они прогрызут... Красиво. Эй, спорим на 50 юнитов, я подстрелю больше гнезд, чем ты. Шутник. Эй, что за... Это ты сделал? Счетчик, нравится? Я добавил его в твой визор, пока ты спал. Ты хакаешь мои вещи? Учитывая, сколько раз я его ремонтировал, это уже практически моя вещь. Я вижу отличное место для установки топотуна. Вон там, спереди, где раньше была кабина, а теперь огромная дыра. Да, гнетуще. Я искру. Не думай об этом. Лучше не спрашивать, что стало с ними всеми. И это было давно. Жаль, я не записывал. Грут, босс, хочу к нему глянуть. Да вроде шевелится. Квилл, вот же вмять. Ты там как, цел? Да. Да, просто хотел срезать путь. Нет, ну-ну. Идите без меня, я догоню. Короче, с той стороны есть раздолбанный ракетный отсек корпуса. Встретимся там. Желто-синий ракетный отсек, ладно. Физический труд столь приятен. Даже не верится, что ты был фермером. Ползу по стрёмному старому кораблю. Не страшно. Расслабься, Квилл. Бояться тебя тут некого. Разве что нас с Грутом. Отряд ракеты, как у вас там? Хорошо. Ждём только Квилла. Готов оберегать Петра Квилла. Мяч, ты хочешь, чтобы всё начать? Я стрельнул. Я понял. Это проверенный метод. Да, помню эти времена. Запомните, если поставить топотуны не в том месте, толку от них не будет. Не волнуйся, Дракс все записал. И в подробностях. Говорит отряд зеленых. О, только не загнись! Привет, малыш. Эй, кто там снят? Бежи, Квилл! Твое вещание аж без коммуникатора слышно! Я занят! Эй, нечестно! Что там? Ребята, вы видели? Это был как пузырь.
больше меня не проведет. Оно трясется! А это важно? Прости, что лопнул твой пузырь! Слопал Квилла. Он так вещал. Сражайся с достоинством, Питер Квилл. Или сдохни достойно. Не смешно. Отряд ракеты. Мы установили два топотуна. Ты только летаешь. Но пока что не улетела без тебя. Хотя могла. Сначала все устройство расставь, а потом пожалуйста. При установке я подвергся нападению странных существ. Значит, работает. Какие они? Сфера со множеством зрительных отростков. Будем смотреть во все глаза. Дошло? Дошло? Именно такая техника нам и нужна. Ты молодчина. Я из Грут. Не скромничай. Шикарная находка. Гамора, ты смотри, чтобы Милана не влип в эту смолу. В таком случае я вытащу каразы. Не волнуйся, я и не в такие переплеты попадала. Мил, мы целиком полагаемся на слова твоей подружки. Она же не наврала? Честное лицо. А у кого бесчестное? Я есть. Да, от нее пахло цветами. Разило. Если расставим топотуны, а монстр не придет, тогда просто наберем всякого лома и отнесем на корабль. Да, потом еще отскребать эту наносмолу. Ах, на шумяк! Быстрей! Вы издеваетесь? Целы, но туда не допрыгнуть. Да зачем прыгать? На этой стороне есть прочная балка. Пусть Грут перекинет мостик. Попроси его вежливо. Мне он не отказывает. Так, Грут, покажи, как ты умеешь.
Впечатляющий фокус. Что не говори. Я есть Грут. Фу, и тут паразиты. Они повсюду. Ну вот, другое дело. Берем! Прямо у тебя под носом. Гамора, когда откроешь нам своих информаторов? А ты своих? Что? Ты всех моих знаешь? Я знаю, что один делает бабахи, другой реконструирует лица. И один никогда не отказывает. А я его обожаю. Ай... Ненавижу этих гадов. Портят такой прекрасный лом. Грут, там опора. Хватишься? Зеленые, если увидите сине-золотые корабли, дайте нам знать. Мы видели много таких. Он говорит про исправные. Что делать будем, если нарвемся на патруль Нова? Обезвижим их, чтоб не мешали. И толку? Эти их шлемы подключены к единой сети. Если нас заметят, они активируют барьер, и мы останемся. Увидите копов, уводите отсюда мой корабль. Даже если придется нас бросить. Еще чего? Я раньше имел дело с корпусом Нова. Помогал. Ну что, вперед. Так, ставь вон туда. Да, еще один. Нет! 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 Кусок хлама! Аккумулятор сдох. Вот что случилось. Надо было аккуратней с ним. Давай поищем решение. Нужен новый аккумулятор с зарядом. Но это... Раньше был корабль. С корабельными штуками. И эти штуки откуда-то брали энергию, верно? Да. Тут имеет смысл воспользоваться визором. Ты поищи замену, а я пока выдеру сгоревшую проводку. В этой штуке есть заряд. Похоже на автомобильный аккумулятор. Лукоидный или ксеноновый? Неважно. Попробуем. Неси его сюда, на середину. Чего ждешь, Квилл? Бери его! Так, а меня точно не дернет током? Вероятность невелика. В общем, не бойся. Возьми аккумулятор и тащи сюда. На, держи. Вполне сойдет. Сейчас посмотрим. Мне надо проверить, какую мощность он выдает. Прикрой меня. От чего? Ракета! Помоги мне с этими тварями! Нет, нет! Хвост! Если не заменить проводку, его закоротит! Мягкие монстрилы! Приготовьтесь! Сам будешь чинить. Давай, осталось еще два.
Походу, это единственный выход из ракетного отсека, Грут. Я есть Грут. Грут спрашивает, стоит ли награда того риска, которому мы подвергаемся. Нас с Грутом трудно убить. Но что, если вас всех перебьют? Если нам придется вдвоем тащить этого монстра на продажу, не рассчитывайте, что мы вышлем компенсацию вашим родным. У меня нет родных. Ребята, вы только представьте. Нам будет благодарна королева чудовищ Сикнарфа 9. Ну, наверное. И тогда мы станем... межгалактическими укротителями монстров Леди Хелл? Что за нелепость? Это корабль или робот? Это Страж Кри. Типа космический робот. Это еще не самый крупный. Было штук 5 экспериментальных моделей в 2 раза больше. Откуда ты это знаешь? Потому что этих роботов-убийц собирали на полусвете. В соседнем ангаре кибернетики, откуда я получил большую часть своих деталей. Так что я там всякого насмотрелся. Я наблюдал за процессом из своей клетки. Прости, что сыплю соль на раны. Не, они почти зарубцевались. Вот смотрю на эту технику и думаю, что бы со мной стало, если бы те хвостососы с полусвета довели эксперименты до конца? Я есть Крут. Да, и вы бы сейчас топтали мои останки. Самые мерзкие из ученых даже не считали меня за существо. Для них я был ходячим оружием. Очень болтливым. Да, это у них вышло случайно. Исправить они это не сумели. Я есть Крут. Весь комплекс был ошибкой. Надо было вернуться и разнести их, пока война не кончилась. Грут, надо воткнуть мост прямо в эту глазницу. Я есть Крут. Да, теперь посмотреть бы на то же самое, но в бою. Стой. Это... Да! Считай, что я выиграл, Квилл! Я есть Крут. Мы в голове у огромного робота. А у меня в голове детали роботов. У тебя в голове детали роботов, в голове у огромного робота. Ура, Грут, что бы мне купить на свой выбор? Ну, на те юнты, которые он не готов. Ну, я знаю, как поступлю с выигрышем. Отложу до поездки на контракцию. Хочу заказать там себе ксернианский массаж. Ой, и так приспокойно. Представь, идет на себя такая махина. Корабли в сравнении с ним букашки. И он мог прихлопнуть их как гнус? Что за гнус? Это такие насекомые, водятся на земле. Гнусные, поэтому гнус? Ну, как побью Квилла, прикуплю себе пару-тройку поворотных гиперплат. Бу, никто не знает, что это. Я есть Крут. Нет, огромного робота мы забрать не можем. И поверь, мне больно это говорить. Подумай, сколько гиперплат можно купить. Ты насмехаешься? Я не желаю приобретать гиперплаты.
Знаешь что, Квилл, это нечестно. У тебя два ствола, у меня один. Так что пусть мои очки считаются за два. Это жульничество. А ты убери второй пистолет. Еще чего. Ладно, ставь-то потом здесь, Квилл. Сюда же не слетятся злые твари со всей округи. Прости, но после того раза я рисковать не хочу. Проверим по-быстрому. О, нет. Сам он на место не встанет. Ракета! Я включил и сразу выключил! Просто проверить! Иди им это скажи! Но на поражение то, что надо. Еще как. Это сразу очков 5? Ну хорош! Нельзя так присуждать себе очки! Мне можно! Отряд зеленых. Наш отряд с табатунами закончил. Отлично. Встречаемся у бурового корабля. Так, вон он, буровой корабль. Ёль! Вполне безопасно, если это слово применимо к разбившемуся кораблю. Я есть Грут. Не надо называть ее штукой. Это нано-смола. Я есть Грут. Другого пути нет. Тут по прямой. Не дергайся. Эй, звездный борт, скажи Груту, ничего с ним не будет. Она так давно держит этот корабль. Еще пару минут протянет. Грут, пойдем. Надо перебраться. Ракета тебя в обиду не даст. Вот-вот. Я же всегда о тебе забочусь. Она только на вид нестабильная, как и все здесь. Не переживай. Да, смола достаточно прочная. Я говорю, бояться нечего. Видишь, я могу доказать. Вот, смотри. Ракета? Мять! Прыгайте! Самоотверженный ты наш. Пойдем, Квилл, идем к буровому кораблю, чтобы он нас не ждал.
И все? Мы не пойдем за ним? Он в порядке, встретимся позже. Отряд ракеты, что у вас? Сигнал Грута пропал. Мять. Наверное, рация сломалась. Как ваш деревянный друг? Грут пошел другим путем. Видимо, сломал рацию. Да, точно. Зачем он пошел? Все, конец связи. Наконец-то отстали. Вроде бы ответ их устроил, так что можно не переживать из-за этой досадной случайности. Главное, Грут цел, так что порядок. Случайности? Вот не надо. Да, случайности. Это ты виноват, если бы ты не начал валять дурака. Я не... Умник нашелся. Много ты понимаешь. То есть извиняться ты не будешь? Нет. О, если этот двигатель вдруг включится, нам конец. Надеюсь, что нет. Ведь нам надо как-то перебраться. Второй корабль на той стороне. Надо как-то перебраться. Больше ни на чем не прыгай. Грут тебя не поймает. Квилл, либо заткнись, либо помоги раскрыть створки. Я слышу, как работает твой визор. Смотри, не жульничай, Квилл. Как ты можешь слышать? Тут технический лаз для дронов. Но у нас нет дрона. Ты можешь туда забраться? Как всегда. Ракета почини, ракета приберись, ракета полезай в дырку. Нашел что? Да, пульт ручного управления. Прием, у нас заминка. Точка была покрыта смолой, так что придется искать другое место. Только смотрите, чтобы оно было как можно ближе к изначальной позиции. Дело в расчетах и углах. Только разрушений из-за того, что каким-то гадам не жилось спокойно. Отлично. Еще одна турбина. Ну да, обычно двигатели так и строят. Вот и между нами. И... Оп! А как ты двигатель? Весь богом я. Я сужу по твоему счетчику. Пойдем, валим отсюда. Мы снова в деле. До корабля уже недалеко. Вдруг Грут нас опередил? Может быть, если не отвлекся. Черт, 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 черт! Это не я, честное слово! Нравится мне это! Нам бы штаны не порвать! У меня на туке нарисовались новые мышцы! Как вы вообще? Рада тебя видеть, но в твоих интересах перебраться побыстрее. Мы засекли движение. Да, ситуация явно накаляется. Ты только держи его ровно. Долго не продержу. Эта позиция уязвима. Рассказ, осторожно. Обломки. Уютно тому, кто видит в темноте. А, я нащупал панель. Да, какие-то провода. Попробуй активировать системы. Сколько это займет? Давай, тензор сочленения. Надо только сдвинуть эту... Так, это система жизнеобеспечения. Как там обстановка? Великая матерь прилипала.
Кирилл, ты в норме? Да, да, просто... Это было? Это рой ботов уборщиков? Типа. Ботов уборщиков? Я не знаю. Задел тебя? Извини за это. Мы думали, ты та тварюга, которую мы случайно увидели. Выпустили. Мы увидели ботов-уборщиков. Случайно, издалека. Я есть Крут. Да, мы в порядке. Тварь нас увидела и сбежала, да? Я не уверен, что эта штука безобидная. Зря я ее выпустил. Я есть Крут? Квилл пальнул по здоровенному гнезду. Там что-то отвалилось, и из этой штуки вылетела большая тварь. Вот и все. Так, вот, место встречи вон там. Но нужно как-то обойти завал. Я поищу проход. Грут! Красота-то какая! Я есть! Просто стол? Это винтажный инженерный верстак модели Т. Таких уже не делают. Давай проверим, Квилл. Вдруг он еще работает. Может, почерю твое барахло? Дай-ка сюда эту штуку. Посмотрим. Кто-то? Они. О, нет, Квилл, ты же в это не веришь. И готово. Вот, держи. Тут можно пройти, если брать этот мусор. Да чего же упрямая дрянь. Я к тебе поставил быструю перезарядку. Используй ее. Давай, Квилл, пусти в ход твои пулялки, чтобы расчистить путь. О, да, попал. Да, спасибо за апгрейд. Ладно, выбираемся отсюда. Та тварь, которую мы выпустили... Какая тварь? Я ничего не видел. Я не хочу говорить о ней. Немножко шатается. Вы подождите. Фу! Сколько тут этих уродов! Эй, я тут не один! Вот что называется «Кроза против кирпича». Это было просто отвратительно! Нашинковано и обжарено!
Такое пропустили! Нереальный гайд! Прием! Наконец-то! Вас было не слышно. Что-то на этом корабле создает помехи. Да, тут что-то не то творится. Аквин опять упал в дыру. Вот молодец. Я паркую Милана. Дракс пошел искать вас. Может, вы найдете Квилла раньше нас. Мы его ищем. Мы же договорились, что будем прикрывать друг друга. Она мне не друг. Ищу тебя, Питер Квилл. Опиши, что... Старый металл, старое оборудование, все старое. Учту. Питер Квилл, я вижу старое оборудование, но не вижу тебя. Да тут везде старое оборудование. Задача усложняется. Чем такое добывать? А что там? Какие-то кубические глыбы камня или металла. Еще какая? Мне оставьте. Тут на всех хватит.
Он смеялся над нашими усилиями. Возле топотуна. Мы пойдем, а вы догоняйте. Как корабль? Сам увидишь, если сумеем забраться. Я смогу туда залезть, а вам двоим понадобится опора. Удивительно, что ловкая убийца нас еще не бросила. Дракс. За ловкую спасибо. Это был не комплимент. Давай, Гамора, твой выход. Смотрите и учитесь. У кого-то есть идеи? Не пользуешься визором, отдай мне. Ее влечет запретное знание твоих волшебных очков. Ноль проблем! У нас множество проблем. Дракс, поднимешь этот контейнер? Узрите мощь кататианского воина! Вот сюда подходит идеально. Я понял. Вспомни этот момент, когда захочешь перечить мне, убийца. Я вспомню, какой ты медлительный. Да, ракета, мы выбрались. А? А, да, молодцы. Да, ну ничего, это не воровство. Мы... О, мяч. Ракета. Не сейчас. Ракета. Возможно, он нашел монстра. Мы не знаем, как он выглядит. Наводка очень туманная. Не туманная, а скомканная. Наверняка это такое милое... Кошмарное чудовище. Леди Хеллбендер — славный воин. Монстр должен отражать ее силу. Говорю, что-то жуткое. Не согласен. Сила очаровывает. Камария и ее мать Ховард были сильны, как никто другой. Мы бы поладили. Исключено. Само имя Хеллбендер говорит, что Гамора права. Это что-то жуткое. Берегите! Мы вовремя! У нас гости! Этот последнего топотуна! Мы его даже не поставили! Мы славный полгод чудовищ! Если не кормится монстр, он тоже где-то рядом! Главное, чтобы они не покормились с нами! Точно! Иначе никак! Нет! Мы перебудили весь корабль! Держись там! Народ, летучка! Они словно повсюду! Смеются над нами! И все же... Мы не отступим! Никто не хочет сдаваться, но должен сказать, страшно вмять его, Квилл! В другом одни враги! Расправы нам грозят! Сплотимся и отпор дадим! Нас просто так не взять! Мы здесь герои! Да! Смеяться будем мы! Кто со мной? Да! Не терпится с ними разобраться! Мощно! Будет больно, но быстро! Я вас всех уничтожу! Исправишься, здоровяк!
сейчас устрою! Говорил, мы справимся! Твои волшебные слова усилили меня! Эти жуки раздражают! Такое терпеть не мог! Чем тверже броня, тем приятнее победа! Славно! Подать сюда монстра! Жар битвы распалил мои чресла! Лучше промолчал. Идем! Последняя точка там. Это точно? Я способен чутко улавливать даже малейшие колебания. Правда? Нет, я ориентируюсь по дисплею. Вроде она еще работает. Давай, ракета. Смотри, учись! Ты просто волшебник. Технологии подхвостов, сверлящих дырки в гигантских камнях. Надо сказать, припарковалась ты идеально. Танос не терпел несовершенства. А вот Квилл не парится. Да-да. Наконец, пришли. Хочу отсюда свалить. Тут все разваливается прямо на глазах. А я хочу увидеть монстра. Я думал, скорее, покупательницу. Она уважаемый коллекционер. Работает? Да-да, все путем, солнышко. Солнышко. Ну и... работает? Что? По-моему, сломался. Не сломался! Такой звук и должен быть! Какой звук? А ты не слышишь? Что именно? А вот и чудовище! Я вижу! Так. Блять, а дверь-то? Тогда за монстром! Какой шустрый монстр! Не подпускай близко! Вдруг он ядовитый! За ядовитого медика Бендер на флаг! Может его приманить? А мне чудовище! Хорошее чудовище! Чудовище! Приди за наказанием! Стражи справятся и без сети. Да все в порядке. Крут не любит таких быстрых. Выстрелите ему в колено! Или отрежьте ногу! Ты не знаешь его язык? Он воняет! Хоть ему прийти меньше! Соображаешь, Квилл? С чего ты это взял? Какой великолепный свет! Скорее, брати! Ему негде спрятаться! Набегает быстро! Надо его как-то затормозить! Защитная мускусная железа. Бежи! Кто это? Определенно не монстр. Прелестная. У асгардской козы меньше колтунов. Мы не можем предложить королеве чудовищ это жалкое существо. Нас засмеют. Используем как приманку?
Не верила я в топотуны. Что? Ты на топотуны не гони. Это наш топорыл ломится в бой, не глядя, кто перед ним. У меня лицо, а не рыло. Да что? Вы тоже это видите? Да, вот это монстр! Все. Разминка закончилась. Ловим настоящего монстра. За работу! Во имя Халы, что это? Точно не боты-уборщики. Бегом! Проклятые руины! Раз, марш! Берегите свои задницы! Ракета! На четвертый скачек! Сейчас! Не отвлекайся, Питер! Оставьте ему песню! Ха, другое дело, корабль! Вижу, вижу! Или... Дракс, ты что? Берегу ягодиц, как сказал Питер Квилл. Кто-нибудь, протяните руку помощи. Могу предложить подзатыльник. Потому и пришлось убегать.
Только не корпусного, только не корпусного, только не корпусного. Это корпусного.